связь, видео прервалось. Мы продолжаем далее обозревать местность нашего городка. Что за город? Можете зайти по ссылочку. А кто догадается, может отписать, если есть такое желание, конечно. Еще новогодняя елка стоит. Снега нету в этом городе и редко когда бывает на Новый год, скажу вам честно. Если только дожди. Прибалтика, она у нас такая. Снега здесь практически не бывает. Летом здесь хорошо, конечно. Не попадает.